Анапское отделение «Моржей» – самая многочисленная региональная организация Федерации зимнего плавания Кубани. Президент Федерации генерал-майор Владимир Миронов – человек особой закалки, служил на Северном флоте и объединил в Анапе 153 поклонника моря, которые стали после процедур закаливания еще и поклонниками зимнего плавания. Принимают участие у нас представители Анапского отделения «Единой России». Кроме того, у нас также участвуют от администрации Субсидского сельского округа. Они поддерживают все наши инициативы. Это не первое наше мероприятие, посвященное датам памятным. Мы также проводили мероприятия, связанные и с Днем России, и с Днем военно-морского флота, и другим памятным датам. Совместные заплывы в море анапские моржи проводят круглогодично в общероссийские праздники. Не пропустили, конечно же, День флага Российской Федерации, учрежденный 22 августа 1994 года. Собрались в этот раз на Утрише. В акции принимали участие все желающие. Братья-близнецы Тимур и Руслан Смирновы, уроженцы Славянска на Кубани, живут и работают в Москве. Приятно удивлены такой новой формой отмечать праздники на Кубани и решили присоединиться к моржам. Полезно для здоровья. Мы так сами занимаемся спортом. Хотелось бы продолжать. Лето заканчивается. Моржи продолжают закаляться. Впереди время испытаний на прочность, зима. Лариса Басова, Игорь Куршаков, Анапа регион.